независимо. Сегодня встреча в пятом собрании. Иван Москалевский приехал нас поддержать. Ну и сбор подписей. Это наша главная цель. Собираем подписи. Против того, чтобы город Выборг вычеркнули из схемы территориального размещения ТПО города Санкт-Петербурга. Потому что стали возить из Санкт-Петербурга и других районов области мусор нам сюда на полигон, СМ, который находится в черте города. Я скажу, что это в начале 22 года. РАСЭМ, бывшая компания РАСЭМ, передала в управление УКО ЛО, и оттуда с того момента стали возить мусор из города Санкт-Петербург. А мощность и объем нашего полигона просто не рассчитан на те объемы, которые сейчас вывозит город Санкт-Петербург и его район. Да, я могу подтвердить, что когда я иду утром на работу, 8 часам, запах бывает просто невыносимый. Как будто какие-то выбросы в воздух. Я подтверждаю это. Я здесь стою, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Идея зародилась на фоне того, что наш житель еще, Надежда, создала петицию электронную. Тогда же возникла у меня мысль о том, чтобы собрать живые подписи. Потому что многие юристы подтвердят о том, что электронная петиция, к сожалению, юридической силы не имеет. Поэтому было принято решение соорганизоваться, подключить активных граждан-жителей и собраться здесь, на Красной площади. Мы планируем собрать сейчас подписи, потом поднять вопрос перед губернатором Ленинградской области, потому что он отвечает за то, что происходит в Ленинградской области. И, конечно же, то, что происходит в местной реформе, это региональный оператор, комитет по обращению с отходами. Мы будем писать, безусловно, в управление федеральное по северо-западу по природе, экологии, и безусловно будем везде, где можем, от фракции КПРФ поднимать этот вопрос, потому что невозможно жить в городе, в таком красивом, замечательном городе, когда просто запах идет от свалки 5 километров. Поэтому здесь этот вопрос нужно решать.